Приветствую вас, своего коллегу Олега я поддержу в своем ответе, скажу, что действительно так, то есть, ну, действительно ситуация такова, что у человека на самом деле может быть фобия, у человека может быть на самом деле травма, потому что беременная девочка, да, умирает. Умирает не только она, но и, соответственно, ребенок. Вот. Это очень травматично, это очень травматично и тяжело такое, конечно, пережить. Но можно, безусловно, можно пережить. С помощью психолога, вот. Тут нужно понимать еще такой момент, что мужчина потерял ребенка. Вот. То есть, если мужчина потерял ребенка, то он боится вновь теперь сближения, да, потому что опять будет ребенок, ну, может быть ребенок, да, в теории. И он боится повторения ситуации, вот, и опять будет страдать. То есть, если он ей пообещал, что там не притронется ни к одной девушке, то это могло быть не только из-за большой любви к ней, да, вот, а это вполне может быть в том числе и из-за, допустим, того, что он сам себя чувствует, ну, виноватым, да, перед, ну, перед ребенком, например, тем же не родившимся и так далее. Вот. То есть в этом себе, ну, в этом себе также нужно отдавать отчет, на мой взгляд. Поэтому тут проблема, она может быть более серьезная. Вот. Так что да, может быть такое, то, что он преувеличивает. Я, если честно, не думаю, я не думаю, что он преувеличивает, я думаю, что он, ну, что здесь он говорит правду, вот, потому что, ну, какой ему смысл врать, обманывать, зачем ему это делать, ну, вот, то есть это... история вот она такая, на мой взгляд, и соответственно что вам делать в этой ситуации, это вот достаточно большой вопрос, потому что вы можете быть с ним рядом, да, и постепенно как бы с ним, допустим, сближаться, вот. Можно действовать так. А можно действовать по-другому, да, и просто перестать как бы тратить на него свое время и просто отпустить человека, что человек не готов
к отношениям, да, но это его выбор, это его решение, вот, и ему нужно ему нужно понять для себя, вот, что это проблема, что это проблема. И настоятельно начать, значит, работать над этим. А пока, соответственно, вы не делаете ничего, да, для того, чтобы показать ему, что это проблема. То он ничего для себя и не поймет, соответственно. Вот такой момент, такая история, так я могу вам ответить на ваш вопрос. У меня, если честно, возникло ощущение, что вы не доверяете своему мужчине, вот. Почему-то тут у вас есть основания ему не доверять, вот. И в первую очередь нужно, конечно, поработать вам с этим, ну, то есть с тем, чтобы начать доверять человеку, вот, и себе доверять, в том числе, вот, то есть, вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.